Вечером 19 мая 1942 с подмосковного аэродрома Быково стартовал бомбардировщик Пи-8. В центральном отсеке боевого самолета временно установили пассажирские сидения, а бомбы заменили дополнительными баками с горючим. Экипажу и пассажирам предстояло совершить опаснейший перелет над оккупированной немцами Европой под огнем зенитных батарей. Это был один из самых засекреченных полетов Второй мировой войны. Даже командир корабля не подозревал, что на борту окажется советская делегация во главе с наркомом иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым. Маршрут был крайне рискованным, а шансы благополучно добраться до места назначения очень малы. Через 10 часов самолет приземлился в Северной Шотландии, а уже на следующий день Молотов прибыл в Лондон на переговоры с британским премьер-министром. Вячеслав Молотов прожил 96 лет, дольше, чем кто бы то ни было из членов советского правительства. Он вступил в партию мальчишкой и до последних дней оставался преданным сторонником идеалов коммунизма. Был отстранен от работы и долгое время добивался восстановления в партии. Возглавлял советское правительство, стоял у руля внешней политики, но называл себя не настоящим дипломатом. Когда после смерти вскрыли его завещание, в конверте обнаружили сберегательную книжку. 500 рублей на похороны. Все накопления. Настоящая фамилия Вячеслава Молотова – Скрябин. Про себя он говорил: «Мы вятские, ребята хватские». Вячеслав родился в 1890 году в слободе Кукарка Вятской губернии. Его мать, Анна Небогатикова, происходила из состоятельной купеческой семьи, а отец, Михаил Скрябин, служил у них приказчиком. Вячеслав был шестым из семерых детей. Он рос задиристым и озорным. Из школы семилетнего Вячеслава выгнали за хулиганство. После переезда семьи в Нолинск, который позднее переименуют в Молотовск, окончил 4 класса городского училища. Затем поступил в реальное училище в Казани. Родители радовались успехам Славы в математике и естественных науках и даже не подозревали, что их сын уже тогда начал заниматься революционной деятельностью. Провинциальный Нолинск был заполонен политическими ссыльными. Слава приезжал сюда на каникулы, чтобы навестить семью. Здесь-то он и познакомился с мужем двоюродной сестры, видным казанским большевиком Андреем Степановичем Кулешом. Юноша вступил в ряды социал-демократов, и с этого дня вся его жизнь была посвящена одному – служению партии. Возвратившись на учебу в Казань, Вячеслав создал революционную организацию учащихся средней школы. Выбрали комитет, и Веча, как его называли друзья, стал его председателем. В организацию принимали и социал-демократов, и эсеров, и анархистов. Всех, кто разделял идею свержения монархии. В Казани Скрябин жил с 4 братьями в комнате. К быту был неприхотлив, но неизменно деятелен. Он совмещал учебу и руководство подпольным кружком, играл на скрипке и занимался в бесплатной музыкальной школе местного купца-мецената. Он должен был получить золотую медаль. Но накануне выпускных экзаменов родители Вячеслава известили о том, что их сын был исключен из училища за революционную деятельность и арестован.
Из воспоминаний Молотова. В детстве отец меня лупил, как сивого мерина. И в чулан сажал, и плеткой. Все как полагается. Когда первый раз меня арестовали, пришел на свидание. Вячеслава и его соратников приговорили к ссылке в Вологодскую губернию. Вместе со Скрябиным туда отправился и его ближайший друг Александр Аросев. В царской России жизнь на поселении мало чем отличалась от обыкновенной. Ссыльным даже полагалось жалование 8 рублей, а для имеющих среднее образование, как Вячеслав, 11 рублей, что в пересчете на современные деньги составило бы примерно 11 тысяч рублей. Ссыльным разрешали сдавать экзамены. Считалось, что если человек хочет учиться, значит, он мечтает о карьере, а не о революции. Из воспоминаний Молотова. Из ссылки было легко бежать. Иногда урядник требует показываться, иногда ему лень этим заниматься. Первую ссылку я решил отбыть, потому что хотел окончить среднюю школу. Ссыльное прошлое не помешало Вячеславу поступить в Петербургский политехнический институт на кораблестроительный факультет, один из самых престижных. Впрочем, вскоре он перевелся на экономический. Статистика и экономическая география – вот предметы, которые интересовали молодого марксиста. Он сдавал лишь те экзамены, которые позволяли ему перейти с курса на курс, и куда большее внимание уделял самообразованию. Колоссальная усидчивость, терпение и внутренняя дисциплина были присущи ему всю жизнь. Эти черты Молотова отмечали друзья и недруги, современники и историки. В 1912 году большевики начали издавать свою первую легальную газету «Правда». Молотов занял должность секретаря редакции. Тогда же он впервые встретился с Иосифом Джугашвили. Эта встреча была мимолетной. Только позже они превратятся в друзей и соратников. Из воспоминаний Молотова. «Я уехал, а Сталин прибыл на мое место в ссылку, и мы разминулись. Но начали переписываться. А когда познакомились, жили в одной квартире. Потом он у меня отбил девушку. Вот Маруся к нему и убежала». В течение следующих нескольких лет Вячеслав работал журналистом и агитатором. У «Правды» в те годы всегда был так называемый «редактор для ареста». Дело в том, что за очередной революционный призыв газету ждал либо штраф 500 рублей, либо 3 месяца ареста редактора. Денег на выплату штрафов не было, а потому под арест отправлялись простые рабочие, которые заранее соглашались играть роль редактора. «Правда» меняла редакторов одного за другим, а штат набирал Вячеслав Скрябин. Его агитационные статьи выходили под псевдонимами Рябин, Михайлов, Званов. В разгар Первой мировой войны он переехал в Москву, где за ним и закрепилась новая фамилия. «Молотов» звучало по-пролетарски, индустриально. Была у смены фамилии и иная причина. Из воспоминаний Молотова. «Моя фамилия Скрябин для меня очень трудно выговаривается, когда волнуюсь. Поэтому я искал наиболее простую фамилию, легко выговариваемую. И колебался. Либо Махов назвать себя, либо Молотов». В 1915-м, за полтора года до выпускных экзаменов в Политехническом институте, Вячеслава Молотова снова арестовали. Год спустя он бежал и вернулся в Петроград. Чтобы спастись от очередного ареста, Молотов использовал чужие паспорта. Фотографий в документах тогда не было, а потому за 5 месяцев он сменил 6 фамилий. На выручку пришел и Александр Аросев, которого призвали в армию. Именно он дал товарищу свой паспорт и помог устроиться на работу в журнал «Современный мир». Между тем, приближался февраль 1917 года.
Февральскую революцию Молотов встретил одним из лидеров большевистской партии. Вместе со Сталиным он стал одним из самых преданных союзников Ленина в подготовке большевистского переворота. А после Октябрьского восстания был избран членом Петроградского военно-революционного комитета. Взгляды, образ мышления и саму судьбу Молотова, равно как и всех большевиков его поколения, окончательно определила гражданская война. Невиданный ужас, обрушившийся на бывшую империю, не давал возможности для компромиссов. Те, кто не бежал из страны, должны были сделать свой выбор. Война не щадила никого. Не щадили никого и большевики. Молотов побывал на руководящих постах в Нижегородской губернии и Поволжье, занимался вопросами народного хозяйства, агитацией и даже служил в частях особого назначения, войдя в состав военного отряда партии. В марте 21 года 10-й съезд партии большевиков объявил об окончании гражданской войны. Молотов стал ответственным секретарем Центрального комитета партии. Спустя год на пленуме ЦК РКПБ на эту должность, которая стала называться «генеральный секретарь», изберут Иосифа Сталина. 21-й год стал поворотным в судьбе Молотова. На второй коммунистической женской конференции в Москве он познакомился с Полиной Жемчужиной. Из воспоминаний Молотова. Полина Семеновна работала в подполье на Украине. Она из Запорожья. В 21-м летом женился. А до этого некогда было этим делом заняться. Был холостой. Мой чемоданчик так со мной и ездил. Полина была дочерью еврейского портного. Ее настоящее имя – Перл Карповская. Ее брат, Сэм Карп, накануне Первой мировой войны эмигрировал в США, где стал успешным предпринимателем. В 30-е годы он часто выступал посредником в советско-американских торговых переговорах и останавливался в квартире сестры и зятя. Первое время Молотовы жили в одной коммунальной квартире вместе со Сталиным и его женой Надеждой Аллилуевой. В 26-м году, когда у Молотова родилась дочь, он назвал ее тем же именем, которое Сталин в феврале того же года дал своей дочери – Светлана. Жены лидеров советского государства стали подругами. Именно Полина была последней, с кем Аллилуева общалась перед самоубийством. Надежда Сергеевна Аллилуева застрелилась в ноябре 1932 года. Это самоубийство породило немало сплетен. По одной из версий, причиной стала тяжелая болезнь, которая сопровождалась сильными головными болями. После смерти Ленина Молотов поддержал Сталина в общепартийной борьбе. Уже тогда своей безграничной выдержкой в политических переговорах и въедливостью в бюрократических делах он заработал грубоватую кличку «каменный зад». Позже эти же качества принесли ему и славу, и немало врагов в международных дипломатических кругах. Став министром иностранных дел, он будет доводить своих помощников до отчаяния, требуя снова и снова переделывать тексты дипломатических документов. Эта привычка не поступаться принципами и отстаивать свою позицию всегда оставалась главной в жизни Молотова. В правильности своих действий в 30-е годы он был уверен и много лет спустя. Вячеслав Молотов оказался в эпицентре жесткой программы модернизации государства и коллективизации сельского хозяйства. Курс на индустриализацию превращал Советский Союз в крупнейшую промышленную державу мира, но вызывал снижение уровня жизни, недовольство и сопротивление населения. Ситуацию в стране усугубил и начавшийся период большого террора. Александр Аросев, революционер, чекист, дипломат, оставался самым близким другом Вячеслава Молотова.
Вместе они прошли аресты и ссылки. Из воспоминаний дочери Александра, актрисы Ольги Аросевой. По воскресеньям звонил Вячеслав Михайлович Молотов. Иногда присылал свою большую правительственную машину, и мы отправлялись на его госдачу. Но решения партии оставались для Молотова выше дружбы и личной привязанности. Когда Аросев понял, что его могут арестовать, он несколько раз звонил своему высокопоставленному другу, чтобы попросить о помощи и защите. Из воспоминаний Ольги Аросевой. Отец позвонил Молотову. «Веча, я прошу тебя сказать, что мне делать?» Молотов повесил трубку. На какой-то звонок Молотов наконец отозвался. Произнес только два слова: «Устраивай детей». Отец отошел от телефона и сказал: «Это все». Он не стал дожидаться собственного ареста. Посадил в машину свою секретаршу и велел шоферу ехать на Лубянку. От Ежова, которого знал еще с гражданской войны, папа уже не вернулся. 10 февраля 1938 года Александр Аросев был расстрелян. Как и другие члены Политбюро, Молотов подписывал так называемые расстрельные списки и постановления на аресты. Уже в конце жизни Молотова прохожие, которые нередко узнавали его на улице, бросали вслед реплики про палача и душегуба. Молотов относился к этому сдержанно. В своих интервью он признавал, что перегибы были, но затем добавлял: «Или они нас, или мы их». Из воспоминаний Молотова. «Конечно, мы наломали дров. Сказать, что Сталин об этом ничего не знал, абсурд. Сказать, что он один за это отвечает, неверно. Сыграл свою роль наш партийный карьеризм. Каждый держался за свое место. Я считал всегда главным ответственным Сталина и нас, которые одобряли, которые были активными. А я все время был активным. Стоял за принятием мер. Никогда не жалел и никогда не пожалею, что действовал очень круто». Молотов возглавил правительство в годы, когда страна начинала активный экономический рывок. В ходе индустриализации в 30-е годы промышленное производство выросло на 850%. И хотя цифры официальной статистики были несколько завышены, факты говорят сами за себя. Были построены тысячи новых заводов, множество плотин, каналов, автомобильных и железных дорог. Городское население выросло на 30 миллионов человек. В сельском хозяйстве набрала обороты коллективизация. Однако принудительное создание колхозов и изъятие продуктов у крестьянства привели к тому, что в ряде областей Советского Союза наступил голод. Советское руководство в эти годы пыталось найти эффективные инструменты управления страной в условиях строящегося социализма. При этом в партии и правительстве шла жестокая борьба за посты. Соседние государства относились к СССР явно враждебно и настороженно. Именно поэтому на всей территории Советского Союза активно работала агентурная сеть иностранных разведок. Приближение новой войны было очевидным, но ни экономика, ни армия страны к ней готовы не были. Молотов, как и другие лидеры государства, понимал, что развивать промышленность и укреплять оборону необходимо любой ценой. К 1938 году производство военного снаряжения в СССР выросло в 70 раз. Однако даже этого было катастрофически мало. Документы свидетельствуют, что накануне Второй мировой войны советские полководцы, оценивая силы Красной армии, пытались понять, сможет ли она отбиться от Румынии и Польши. СССР все еще не был готов отразить нападение сильного противника. Чтобы предотвратить войну или хотя бы отсрочить ее начало, оставался один путь – дипломатия. Комиссариат иностранных дел должен был возглавить человек, способный решить эту задачу. К
К этому времени ситуация в Европе стала угрожающей. После прихода к власти Гитлера Германия непрерывно наращивала военную мощь. В марте 1938 года в ее состав вошла Австрия при молчаливом согласии Франции и Великобритании. Гитлер тут же предъявил территориальные претензии к Чехословакии, требуя присоединить к Германии Судетскую область. Советский Союз выступил с предложением предоставить Чехословакии войска для ее защиты. Но эти войска должны были пройти через территорию Польши, на что последняя ответила категорическим отказом. Польский посол в Париже Юзеф Лукасевич заявил, что Польша объявит войну СССР, если Красная Армия двинется через польскую территорию для помощи чехам. 27 сентября 1938 года Гитлер сообщил послам Англии и Франции, что германская акция против Чехословакии начнется завтра. Британский премьер-министр Чемберлен заверил Гитлера, что тот может получить все без войны и без промедления. Молотов и Сталин получили вести из Мюнхена. 30 сентября Чемберлен и премьер-министр Франции Даладье подписали с Гитлером и Муссолини соглашение, по которому Судетская область Чехословакии отходила Германии. Лишь после этого в зал, где подписывалось соглашение, впустили представителей самой Чехословакии. Подпись от делегатов Чехословакии даже не потребовалась. Им просто вручили документ, не пожелав выслушать протест. Советские представители в Мюнхен приглашены не были. Чемберлен заявил, что он скорее подаст в отставку, чем подпишет союз с Советами. Он предпочел союз с Гитлером. Будущий премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, узнав о подписании Мюнхенского договора, сказал: «Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну». Франция и Англия вручили Гитлеру то оружие, которое он должен был направить против Советского Союза. В 1938 году промышленность Чехословакии была одной из самых развитых в Европе. С момента оккупации Германии и до начала войны с Польшей ее заводы произвели почти столько же военной продукции, сколько вся промышленность Великобритании. К началу войны у немецкой армии находилось в распоряжении значительное количество чешских танков. Советскому руководству не оставалось ничего другого, кроме как позаботиться о своей безопасности. До начала Второй мировой войны оставалось 11 месяцев. 3 мая 1939 года на пост Народного комиссара иностранных дел был назначен Вячеслав Молотов. Его предшественника, Максима Литвинова, хорошо знали во всем мире. Он был известен как борец за согласие, коллективную безопасность и сдерживание нацистской агрессии. Но ситуация требовала других решений. Молотов не только не прекратил переговоры с Британией и Францией, но и продолжил их еще активнее. Эти переговоры и стали для него школой дипломатии. На них он проявил те качества, которые впоследствии прославят его в дипломатических кругах. Повышенное внимание к мелочам, умение доказать свою позицию и упорство в достижении цели. Молотов называл себя ненастоящим дипломатом. Но именно этот ненастоящий дипломат создал одну из самых совершенных дипломатических структур в мире. Он провел в комиссариате иностранных дел серьезные кадровые перестановки. Требовательный до крайности к самому себе, он был также требователен и к подчиненным. В наркомат иностранных дел приходили работать люди, преданные своему делу. Сотрудники не знали ни регламентированного рабочего дня, ни выходных в привычном понимании этого слова. Они, что называется, всегда должны были быть на своем месте. Днем и ночью. Их заработная плата не превышала средних норм по стране. Однако от них требовалась полная самоотдача
компетентность, ответственность в решении порученных дел. Многие не выдерживали такой нагрузки и уходили. Оставались лучшие и самые стойкие. По словам самих сотрудников ведомства, Молотову удалось создать своего рода рыцарский орден советской дипломатии. Осознание причастности к этому ордену останется в российской дипломатии надолго. А из тех, кто начинал работу с Молотовым, вырастут известные государственные деятели. Такие, как будущий министр иностранных дел СССР Андрей Громыко и многие другие. В 1938 году у советского правительства было два пути обеспечения безопасности страны. Либо объединить силы с европейскими странами, либо подписать договор с Германией, как это уже сделали Франция и Британия. В искренность немецких гарантий мира никто не верил. Но договор мог отсрочить начало войны, что для СССР было чрезвычайно важно. Молотов понимал, какие в сложившейся ситуации существуют риски для Советского Союза. Германия наверняка напала бы на Польшу. В 1939 году Польше принадлежали значительные территории Белоруссии и Украины, где проживали 6 миллионов этнических белорусов и украинцев. Если бы немецким войскам удалось оккупировать Польшу, то от столицы Советской Украины Киева их отделяло бы всего 250 километров, а от столицы Советской Белоруссии Минска – не более 50. Другая опасность исходила с севера. От Ленинграда до границы союзника немцев в Финляндии были считанные километры. Крупнейший промышленный и стратегический центр СССР был под угрозой падения в самом начале войны. Первая встреча Молотова с британским послом прошла 8 мая 1939 года. До начала Второй мировой войны оставалось меньше 4 месяцев. Англичане требовали заявления о том, что СССР поддержит Британию и Францию в случае нападения Германии на Румынию и Польшу. Молотов соглашался, но хотел услышать подобные гарантии от Англии в случае угрозы странам Балтики. Ни англичане, ни французы таких гарантий давать не желали. Из телеграммы Молотова советским послам в Лондон и Париж. Как видите, англичане и французы требуют от нас односторонней и даровой помощи, не берясь оказывать нам эквивалентную помощь. Ни к чему не привели и трехсторонние советско-франко-британские переговоры в Москве. До начала Второй мировой войны оставалось 2 месяца. Наступал июль 1939 года. Молотов предложил французам и англичанам начать переговоры военных миссий. Те согласились, но их миссии отправились в Москву лишь 5 августа. Невероятно, но способ передвижения они выбрали самый долгий – морем до Ленинграда и далее поездом. В Москву они прибыли только 11 августа. До начала войны оставалось 20 дней. Советскую сторону на переговорах представлял глава военного ведомства Климент Ворошилов. Выяснилось, что прибывший во главе английской делегации адмирал Дракс вообще не имеет полномочий на подписание документов. Английский премьер-министр Невилл Чемберлен надеялся использовать переговоры лишь как средство давления на Гитлера и потому затягивал их как мог. Стало ясно, что говорить с англичанами не о чем. Прямо во время переговоров Ворошилов получил записку от секретаря Сталина. «Клим, Коба сказал, чтобы ты сворачивал шарманку». Волей-неволей Советскому Союзу нужно было договариваться с Германией. 23 августа 1939 года в Москву прибыл министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп. До начала войны оставалось 7 дней. Встреча Риббентропа со Сталиным и Молотовым продолжалась 3 часа. Около 2 часов ночи оба министра иностранных дел в кабинете Молотова подписали документы, датированные предыдущим днем. Стороны обязались воздерживаться от нападения, соблюдать нейтралитет в случае, если одна из них станет объектом военных действий третьей стороны. И отказывались от участия в союзах,
направленных друг против друга. К договору прилагался и секретный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай территориально-политического переустройства. Протокол предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, Бессарабии и восточных польских земель в сферу интересов СССР. Литва и запад Польши входили в сферу интересов Германии. Документ, названный позже пактом Молотова-Риббентропа, и много десятилетий спустя будет вызывать ожесточенные споры. Было ли его подписание попыткой Советского Союза оттянуть войну, или это был сговор с фашистами? Вот что говорил сам Молотов. «Велико было желание оттянуть войну хотя бы на полгода. Такое желание, конечно, было у каждого, кто был близок к вопросам того времени. Не могло не быть просчетов ни у кого, кто бы не стоял в таком положении, как Сталин. Все делалось для того, чтобы не дать повод немцам начать войну». 31 августа 1939 года на внеочередной сессии Верховного Совета СССР договор был ратифицирован. До начала войны оставалось несколько часов. На следующий день, 1 сентября, Германия, напав на Польшу, начала Вторую мировую войну. Еще через день Англия и Франция объявили войну Германии. 17 сентября из речи Вячеслава Молотова, переданной по радио, советские граждане узнали о вступлении Красной Армии на территорию Западной Украины и Западной Белоруссии. Вдоль новой границы Советского Союза началось строительство линии укреплений, которую западные журналисты назовут «линией Молотова». Благодаря советско-германскому договору граница СССР была отодвинута на сотни километров на запад. В 1941 году это сыграет решающую роль при обороне страны, а также в срыве немецкого плана окружения и взятия Москвы. В том, что стране предстоит война с Германией, никто не сомневался. Правительство делало все, чтобы выиграть время перед ее началом. Москва стремилась убедить Гитлера в том, что СССР остается верен подписанному договору. 9 сентября Молотов передал поздравление германскому правительству по случаю вступления немецких войск в Варшаву. В апреле 40-го он же выразил понимание и пожелание успеха Гитлеру после вторжения германских войск в Норвегию и Данию. Такой же была реакция Советского Союза на захват Бельгии, Голландии и Люксембурга. СССР предпринял меры по ликвидации плацдармов для возможной агрессии против него с территории Прибалтики и Финляндии. С правительствами Эстонии, Латвии и Литвы были заключены договоры, согласно которым на территории этих стран размещались советские военные базы. В Финляндии, не желавшей договариваться с СССР, начались военные действия, и к марту 40-го года, когда был заключен мир, СССР удалось отодвинуть границу от Ленинграда почти на 150 километров. Однако вскоре на финской территории появились немецкие войска. Когда немецкие армии вплотную приблизились к границам СССР, Сталин направил Молотова для переговоров в Берлин. Ему, единственному из советских лидеров, выпала участь пожать руку Гитлеру. Из воспоминаний Молотова. Гитлер. Внешне ничего такого особенного не было, что бросалось бы в глаза. Но очень самодовольный, можно сказать, самовлюбленный человек. В кинофильмах бьют на внешнюю сторону, показывают его сумасшедшим, маньяком. А это не так. Он был очень умен, но ограничен и туп в силу самовлюбленности и нелепости своей изначальной идеи. Обсуждать темы, предложенные Молотовым, фюрер отказался. Страна должна была готовиться к войне. «22 июня 41 года в 12 часов дня все радиоточки Советского Союза передали обращение наркома Вячеслава Молотова к стране. Следующее заявление.
Сегодня именно он объявил о нападении Германии на СССР. Напали на нашу... И произнес слова, ставшие символом начала Великой Отечественной войны. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. 6 мая 1941 года главой советского правительства стал Иосиф Сталин. Молотов был назначен его заместителем. В этом качестве он вошел и в первый состав Государственного комитета обороны. На Молотова легли серьезные дипломатические задачи. Переговоры с руководителями Великобритании, США и других стран. В мае 1942 года Молотов вылетел в Лондон, чтобы оформить англо-советский военный союз. Смертельно опасный перелет над вражеской территорией без сопровождения истребителей с пассажиром такого уровня был продиктован чрезвычайными обстоятельствами. Переговоры с британским премьер-министром Черчиллем и американским президентом Рузвельтом с помощью переписки ни к чему не привели. Нужна была личная встреча. Надежда на то, что она станет результативной, была невелика, но другого варианта не было. Перелет в Великобританию на самолете П-8 под управлением летчика Энделя Пуусапа проходил через линию фронта и далее через территорию, оккупированную немецкими войсками. Чтобы остаться в небе незамеченными, летели, рискуя жизнью, на рекордной для тех лет высоте, при температуре 50 градусов ниже нуля. После 10 часов полета экипаж и пассажиры совершили посадку в Шотландии. Визит Молотова в Англию войдет в историю как первый полет члена правительства СССР за рубеж, а подписание договора с Великобританией о союзе в войне и послевоенном сотрудничестве станет важнейшей вехой в борьбе с фашизмом. Дальше Молотова ждал перелет через океан в США для переговоров в Белом доме. На обратном пути из США в Великобританию для проведения еще одних переговоров с Черчиллем погода резко испортилась. Самолет попал в грозовые облака, началось обледенение. Бомбардировщик трясло так, что казалось, катастрофа неминуема. Из воспоминаний Уинстона Черчилля. Это было весной 1942 года, когда он остановился в Англии на обратном пути из Соединенных Штатов. Ему предстоял опасный перелет на родину. У садовой калитки на Даунинг-стрит, которой мы пользовались в целях сохранения тайны, я крепко пожал ему руку, и мы взглянули друг другу в глаза. Внезапно он показался мне глубоко тронутым. Под маской стал виден человек. Мы молча сжимали друг другу руки. Речь шла о том, чтобы выжить или погибнуть вместе. 12 июня 1942 года Вячеслав Молотов вернулся в Москву, дважды преодолев опасный путь над океаном и линией фронта. Его работа не ограничивалась только дипломатией. Как один из членов правительства, Молотов лично отвечал за производство танков. СССР к этому времени уже потерял несколько крупнейших танковых заводов в Харькове, Сталинграде и других городах. Приходилось строить новые производства на Урале и в Сибири. Несмотря на это, за всю войну танковая промышленность под руководством Молотова выпустила более 95 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок. Промышленность Германии – только 53 800. Когда в феврале 43 года было принято постановление о создании атомной бомбы, Вячеслава Молотова назначили руководителем проекта. Стараниями Вячеслава Молотова и его наркомата удалось наконец создать антигитлеровскую коалицию с Великобританией и США. Он стал инициатором сближения с движением «Сражающаяся Франция», которое возглавлял генерал Деголь.
Молотов стал одним из тех, чьей заслугой стали подготовка и проведение форумов союзников, Московской конференции министров иностранных дел трех держав в 43-м, саммитов в Тегеране, Ялте и после войны в Потсдаме. Вячеслав Молотов всегда считал себя скорее государственным деятелем, нежели дипломатом. В том числе потому, что как следует не владел ни одним иностранным языком. Все переговоры он вел через переводчика. На многих фотографиях Молотов запечатлен с сигаретой. Однако всерьез он никогда не курил. Это была уловка, чтобы заполнить паузу во время перевода его слов. На официальных встречах он избегал светских разговоров, настраивая собеседника на деловой тон. Уинстон Черчилль называл его человеком, в котором наиболее полно представлена концепция робота. Молотов по-прежнему был верен себе и сосредоточен на решении поставленных задач любой ценой. Как и прежде, во время переговоров он оказывался наиболее внимательным и компетентным оппонентом. Переломным моментом в жизни и карьере Молотова стал арест его супруги Полины Жемчужиной. Существует немало версий, за что Сталин посадил жену ближайшего соратника. Ее обвиняли в связях с сионистской организацией и премьер-министром Израиля Голдой Мейер. На одном из заседаний Политбюро Сталин лично поднял вопрос о ее антисоветской и проеврейской деятельности. Сначала Молотов воздержался при голосовании, но затем присоединился к мнению большинства, признав за собой тяжелую вину, что вовремя не удержал жемчужину, близкого человека, от ложных шагов. Полина Жемчужина была исключена из партии. Супругу Молотова арестовали в январе 49 года. Но политическую статью «Измена Родине» заменили на уголовную. Якобы в период пребывания на посту начальника главка Министерства легкой промышленности она проворовалась. В итоге ссылка на 5 лет в Кустанай Казахской ССР. Оставаясь верной сталинисткой, Жемчужина сказала мужу: «Если партия считает, что мы должны развестись, значит, так лучше для нас и для партии». Информации о ее дальнейшей судьбе у Молотова практически не было. Лишь Берия, проходя мимо, иногда бросал ему шепотом: «Полина жива». Из воспоминаний Молотова: «Мне выпало большое счастье, что она была моей женой. И красивая, и умная. А главное, настоящий большевик. Настоящий советский человек. Для нее жизнь сложилась нескладно из-за того, что она была моей женой. Она пострадала в трудные времена, но все понимала. И не только не ругала Сталина, а слушать не хотела, когда его ругают». Сразу после окончания войны Сталин стал проявлять недовольство деятельностью своего ближайшего соратника. Он считал, что Молотов слишком уступчив перед натиском западных держав, которые из союзников в годы Второй мировой войны становились соперниками в холодной войне. Но, несмотря на это, Вячеслав Молотов продолжил заниматься внешней политикой СССР, с присущим ему упорством решая трудные международные проблемы. Он активно разрабатывал новые перспективы мирного договора с Германией, ратовал за объединение обоих государств, ФРГ и ГДР, путем всеобщих выборов. Сталин же продолжал видеть в действиях Молотова чрезмерную мягкость в отношении к бывшим союзникам. Однажды он даже обвинил Молотова в том, что ради популярности в иностранных кругах он подрывает престиж государства. Позднее Молотов предложит вернуть Германии сокровища Дрезденской галереи, которые удалось спасти после бомбежки Дрездена в феврале 45-го и частично отреставрировать в СССР. В 56-м и 60-м коллекция по частям была возвращена немецкому народу. Вячеслав Молотов потратил много сил на то, чтобы изменить образ СССР в представлении Запада. Он выезжал в Нью-Йорк для участия в работе ООН. Долгая политическая изоляция, в которой существовал Советский Союз,
наконец была прорвана. Однако со временем Сталин перестал приглашать Вячеслава Молотова на свою дачу, где решались важнейшие вопросы. Четвертого марта 49 года Молотов был освобожден от должности министра иностранных дел. День похорон Сталина, 9 марта, совпал с днем рождения Вячеслава Молотова. После траурного митинга его поздравили с днем рождения и спросили, что бы он хотел получить в подарок. Молотов ответил: «Верните Полину». В марте 53 года Полина Жемчужина была освобождена и вернулась к мужу. Они прожили вместе еще 17 лет. Чтобы вся партия, весь народ под руководством нашей партии, под знаменем Ленина, уверенно двигались в строительстве коммунизма. В июне 53-го Молотова вновь назначили министром иностранных дел. После смерти Сталина он поддержал Никиту Хрущева в решении об аресте Лаврентия Берии и о снятии Георгия Маленкова с поста председателя Совета министров СССР. К этому времени пропасть между Востоком и Западом увеличилась. То и дело говорили о новой войне. Войне ядерной. Так генерал американской армии Дуглас МакАртур еще в 50-м году во время Корейской войны выступал за ядерную бомбардировку Китая. Во времена хрущевской оттепели, благодаря личному авторитету Молотова, удалось организовать ряд встреч на высшем уровне. Они способствовали снижению международной напряженности. Так, его усилиями во время Женевской конференции 1954 года была остановлена война в Индокитае, которую вела Франция при поддержке США. В следующем 55-м году, там же, в Женеве, состоялось совещание глав правительств четырех держав по обеспечению коллективной безопасности в Европе. И хотя саммит не дал практических результатов, он оказался первой крупной инициативой по развитию диалога между противостоящими политическими силами после окончания Второй мировой войны. Вскоре у Молотова и Хрущева начались расхождения во взглядах по многим вопросам. Они касались, в частности, внешней политики и целесообразности форсированного освоения Целины. Молотов выступал против постоянного вмешательства партии в вопросы управления экономикой и против включения Крыма в состав Украинской ССР. Дошло до того, что в 1957 году Молотов возглавил так называемую антипартийную группу против Хрущева. Объединившись с Кагановичем и Маленковым, он предпринял попытку смещения Хрущева. Но хрущевские соратники оказались проворнее. Они собрали пленум ЦК, где антипартийная группа потерпела поражение. Молотов был снят со всех постов и выведен из состава Центрального комитета партии. Три города, названные в его честь, в 1957 году были переименованы. Вскоре Молотов был и вовсе исключен из партии. Полина Жемчужина как-то призналась: «Я же член партии, старая коммунистка. У меня пенсия 120 рублей. А Вечу из партии исключили. Так что сегодня я его содержу». Она умерла в 1970 году. У Вячеслава Молотова остались только дочь Светлана и подрастающий внук Слава. В годы революции Вячеслав Молотов получил партбилет за номером 5. Теперь старейший из членов партии добивался своего восстановления в ее рядах. Произошло это только в 1984 году. Новый партбилет ему вручал генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко. Из воспоминаний Ольги Аросевой. «Когда Молотову исполнилось 85, я позвонила поздравить его. «С чем ты меня поздравляешь?» – переспросил. «Как с чем? Ведь вам 85 лет. Такая годовщина». «Да чего хорошего? Когда жизнь бесполезная, она в тягость, и радости от нее никакой».
Для трудоголика, человека, с молоду привыкшего служить партии и идее, отстранение от дел было одним из самых тяжелых ударов. Уже будучи вдовцом, Молотов провозглашал неизменные три тоста: за товарища Сталина, за Полину, за коммунизм. Он прожил 96 лет, перенеся за свою долгую жизнь 7 инфарктов. 8 ноября 1986 года в Кунцевской больнице в Москве умер человек, который ровно 69 лет тому назад стоял в Смольном рядом с Лениным, провозгласившим Россию Республикой Советов. К этому времени Коммунистическую партию Советского Союза уже возглавлял Михаил Горбачев. Молотова похоронили рядом с могилой его жены на Новодевичьем кладбище. После смерти сотрудники КГБ опечатали его квартиру и дачу и вывезли оттуда все документы. В распоряжении потомков остались лишь его отдельные воспоминания, записанные публицистом Феликсом Чуевым. Молотов делился ими в своей московской квартире, но большей частью на даче в Жуковке, где прогуливался, постукивая палочкой. Палочкой, подаренной когда-то главе советской дипломатии, британским послом Арчибальдом Кером.